С чего начинается Губкинский? Теперь с новых микрорайонов. На въезде в город развернулось масштабное строительство. Дома здесь растут буквально по часам. Здесь, в 17-м микрорайоне, первая остановка губернатора Дмитрия Артюхова. И разговор о важном – о строительстве под переселение. Больше 60% мы планируем расселить. Ну, остается дальше уже по мере освобождения земельных участков. Дальше будем программу предлагать развивать. Под переселение только в 17-м микрорайоне возведут 4 дома. В следующем году сдадут первый. Это 379 квартир общей площадью почти 18 тысяч квадратов. Строительство ведется с опережением сроков, то есть первый дом состоит из 3 корпусов. Один корпус, значит, закончена коробка, сейчас приступают к кровельным работам. Но по плану вот 22-й год. В новом микрорайоне будет все для комфортной жизни. Создается необходимая инфраструктура. Подводят коммуникации, проектируют проезды. В планах строительство детского сада и школы. Через дорогу на глазах растет 18-й микрорайон. В нем квартиры и под переселение, и на продажу. Заканчиваются отделочные работы, заканчиваются фасадные работы, остается благоустройство. А планируем вот частично в этом году, частично может перейдет на следующий год. В этом году новоселье в Губкинском отметили уже 136 семей. Сегодня сдан еще один дом, 39-й в 9-м микрорайоне. В него из аварийного жилья переедут 96 семей. Ключи новоселам вручил губернатор Дмитрий Артюхов. Радует, как эта программа работает во всех уголках нашего Большого Ямала. И особенно радует, как она работает здесь, в Губкинском. Темпы набраны хорошие, и впереди у нас еще, к счастью, очень много таких событий. Я хочу поблагодарить строителей за выполнение всего обещанного в срок. Новоселы, я думаю, оценят качество строительства и уверен, что в этих квартирах все будет в порядке. Дорогие друзья, дорогие губкинцы, сегодня вы получите ключи, переедете в хорошие, комфортные, благоустроенные квартиры. Желаю вам всего самого хорошего, уюта, благополучия и счастья. Рядом детский сад, школа и спорткомплекс. В закрытом дворе большая детская площадка. Что еще нужно для счастья? Остается только перевести вещи в долгожданные квартиры. Мы еще квартиру не видели. Ну, ждали как 7 лет. Сейчас пойдем посмотрим. Очень приятно, конечно, получать ключи. Спасибо нашему губернатору. Дом красивый. Площадка тоже красивая. Идем смотреть. Еще не видели, сейчас идем смотреть. Ждали, вообще не ждали, но получили. А вот Захар Юров новую квартиру очень ждал. Больше всего мальчика, теперь уже полноправного жителя 9-го микрорайона, впечатлил балкон. Балкон, ванная, кухня и та комната. Короче, все впечатлило. Просто нет слов. Ждали очень долго эту квартиру. Расскажи, где раньше жили? В общаге. Во 2-м микрорайоне. Она была аварийная, да. Но мы жили очень долго, кстати, с мамой. Там слов просто нет, я рад. В этом году из аварийного жилья переселят 323 губкинские семьи. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом. К концу года в Губкинском сдадут 8 домов на 400 квартир. Зинаида Исаева, Михаил Марков, Денис Гимп. Новости Губкинского.